Еще тут цепляется это. Еще тут цепляется экранчик. Ну тогда она просто будет больше снимать. Так что можете поплавать с ней. Она включена. Включена. Опа! Все. Кто будет первым прыгать? Я. Давай. И смотрите, он прыгает только раз, и я такая под водой. Кто второй? Кто второй? Давай. Все вместе, давайте. Оп! Так что я на YouTube выставлю, и вы будете смотреть. Ага. Мой канал, называется Малахов Про. Ищите целебную кулинарию, ну, чтобы легче вам было запомнить, целебная кулинария, и там вот это самое. Как вы там прыгаете? А скажите, откуда вы, чтобы вы знали? Сармавира. Сармавира. Ну, это все, видите, вот. А вы? Откуда? Как зовут, скажи. Егор. Егор, откуда? Из России. О, самое правильное. Все. То есть вот все мы с России, самое главное. А сколько у вас подписчиков? Ну, у меня мало подписчиков, у меня 1600. Надо раскрутить. Ну, я, видите, по здоровлению там, немножко по машинкам. А кто в основном глупости там пишет, там что-нибудь такое. Типа, порно-морно, у того там за миллионы просмотров.
Так что если хочешь, вот так вот держи на себя. И только раз, вернул, и она тебя снимает. Сейчас вот эта бушная, да, камера, это плюс. Она сейчас 1010 стоит. Может и за 5 купить. А новая, она, да, она уже пятерка, уже таких нет. Ну, модель уже. Уже это, новые да, производство. Пятерка, она будет стоить там 23, по-моему, 25 вот так вот. Не знаю, у нас по 2 такие. Ну, а там уже все сразу в комплект. Комплект, ну, вот этот корпус и этот. Нет, статьи, по-моему, нет. Это статьи там другие, там накрепления. И вот этот корпус, видите, вот он неукаемый. Практически метров до 60 можно нырять. И это. А я еще купил экранчики. До иногда... 6 или 60. 60? Да, ну. И пластик такой хороший. А ну можно выпускать? Купель, глубина 1,7 метра.
Сейчас новое видео. Поехали. Краски забираешь? Краски. Да, да, да. Там несколько режимов. Есть режим руки, глаз, он вот так чуть не надо 180 градусов. Есть 144. Есть, ну, мне так нормально так. Потому что там дальше идут искажения по угла. Так она у вас захватит вот так. Я сейчас твою пробую. Чтобы заснять прыжок, вот так надо просто стоять и все. И вы снимете вот разбег ваш, вход в воду, да, да, да. О, отлично. Вот там прыгайте, вот там прыгайте, отлично. О, молодец! Да. О. Ну давайте последний раз прыгайте и мы пойдем. Да, все, хватит. Хватит, да? Да, да. Спасибо. Опа!